Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir schauen uns GoKiller versus Diktator an. First Etappe, ja, wie versprochen, ich hab's ja euch gesagt. Also wir schauen uns das auf jeden Fall an. Und wir werden auch nicht lange quatschen, sondern loslegen. Yeah. Антон Усепов, где твои семечки, бро? Где ты запрятал перо? Где твои нарды, братан? Не по понятиям, что-то язык помело. Плюс пацаны не поймут, глядя на рост мой, может, и выйду. Но я их поправлю, ребята, не может, а точно я его выебу. Блядь, ты мамки бандит, вот пик это... Also, ich hasse Repeats, Mann. Repeats ist... Bleh. Aber, ich fand, das war keine, also keine starke Punchline. Wahrscheinlich ist das die ganzen Leute von GoKiller, die das feiern. Yeah. Блять, ты мамкин бандит, твой пик это спиздить маги. Пикник, ты не главный бандит, ты один из шустрила. И в чем твой гэнгста, блять, намекни. Я читал за хуи, ты читал за трушность. Прям как лебедь, оказавшись в луже. Хули ты полез сюда, ведь им нужен бой. Нахуй мораль от ватрушки и бой-бой лайк. Лайк-лайк и бой, мой стиль как маг. Техники передовой, залетаю на биты этих сучек наперебой. Твой гоп на стиле ценили как нуль. Шина, шина, шина флоу, wirklich sehr schöner флоу. Бой, ты напал на волки, ёб твою мать, дал по газам, не довел до ума. Тебя вытянули в круг, и только представьте, он кончил словами, я не фристайлю. Значит, вот это реальный рыбак. Такая хуйня была, чувак, ебать. А, окей, 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 окей. Wenn ich das richtig verstehe, GoKiller, Diktator hat mal gesagt, dass er nicht freestylt. Ja? Yeah. Значит, вот это реальный рыбак. Самый правдивый, ебать, андеграунд. Ты только на камеру, мастер, пиздеть. Ответить, по-моему, никак, бро. Я не судья, но за культуру ты нахуй таранил. Вначале бы начал себя, а уж потом читал им морали. Раунд, уебище. Kurz einen Augenblick, ich brauche wieder hier den Text. Tschu. So. Ja. Ну ты вообще, короче, меня опустил там жестко. Я. Я. А? Ты будешь играть, сука, к тебе скажет толпа, это же играем, сука. Ты продажный слабак, кричи, помогите от жесткого стайла. Эй, бабанги, да что с тобой стало? Ты пизда какой длинный, как это, блин? Хоть они ущербны, вроде ты не входишь в туалет без стука, потому что ты в них вообще не входишь, блядь. Мне с тобой... Окей. Jetzt macht er sich natürlich über seine Größe lustig. Yeah, yeah. Кило. Эй, кило. Эй, кило. Ты будешь играть, сука, к тебе скажет толпа, это же играем, сука. Ты продажный слабак, кричи, помогите от жесткого стайла. Эй, бабанги, да что с тобой стало? Ты пизда какой длинный, как это, блин? Хоть и не ущербный, вроде ты не входишь в туалеты без стука, потому что ты в них вообще не входишь, блядь. Мне с тобой здесь кого лестно болтать, тебе текста ноль, вместо слов пресного, да я-то без понтов, честный флоу, крест себе дам. Весь Антон резко будет тебе пизда. Я догадываюсь, почему тебя именовали фаворитом в этой чертовой школе. Ведь для них все то, что непонятная хуйня, то это, скорее всего, что-то крутое, да? Сапог на ногу, там, Ja klar, wenn man es nicht versteht, soll das cool sein. Geil, geil. Я трогал Бога, но Бог не помнит любовь и похоть, коробка сока. И чтоб как-то эту дичь повторяли, надо добавить, ты пердишь хуями. Чемодана пак. Тишина, тишина! Ich muss sagen, Diktator ist gut, gefällt mir. Ja.
надо добавить, ты пердишь хуями. Чемодана, факт, тут сейчас будет удачно. Вписан пробуксовка и балла без подачи мысли. Почему тебе не стрёмно было нацепить эту ебаную толстовочку с этими буквами антихайп? Я могу тебе футболку подогнать, но поначалу в сортир придется футбуту запихать. Одно и то же, обоссанная тряпка накроет кожу. Слышь, коли тебе нечего носить, ты знаешь, у кого можно вещи попросить, да? Киргизский скепта, не диск, дискета, километр с кепкой, ты в ахуе, ёба. Это только одна шестая текста, и она уже пахнет разъёбом. Sehr starke Runde von Diktator, finde ich, meiner Meinung. Und ich mag auch den Beat, der Beat war echt gut. Also richtig Killer Beat. Bitch, Bitch, Killer Beat. Пахнет разъебом твоя жопа. Яу-яу, чуваки, в детстве у меня всегда была такая хуйня. Я слушал Noize MC и со всеми гопниками я разговариваю именно так, блядь. Яу, эй! Я не живу по понятиям и по фене не ботаю. Грустных песен про Магадан под гитару я не пою. Не люблю фильмы про братву, не люблю радио шансон. По понятиям не живу, что предъявишь ты мне, Антон? Петух, я тебя выебу. Oh mein Gott, Alter. Kindergarten. So richtiger Kindergarten, Mann. Вы сейчас батлите, потом разбираетесь. Слышите, пацаны? Будь на расстоянии, чуваки, мужик. Чуваки, вы оба сидите будь на этой расстоянии. Хуйню. Респект тебе, но не влезай, когда я читаю. Пиздец, чуваки. Все, давайте заново продолжаем. Яу, тишину, тишину, ребят. Я начну заново, блядь, но из МС, блядь. Я не живу по понятиям и по фене не ботаю. Грустных песен про Магадан под гитару я не пою. Не люблю фильмы про братву, не люблю радио шансон. По понятиям не живу, что предъявишь ты мне, Антон. Ты напал не на тот полигон, тут все пиздуны. Я не тот рэперок, что мычал бы, когда надо врезать им в лоб. Но ты резвый игрок, и мне врезать не в лом. Яу, диктатор, где твои панчи, блядь? Я понимаю, ты гопарь, но полегче, дядя, как учили на зоне, ага. В ногах нет правды, читай на картах. Эй, Тимо, как это так, тебя не взяли? Люди говорят... Mann! Diese Reloads, Alter. Ich glaube, die Nachbarn hören mich. На ногах нет правды, читай на картах. Эй, Тимо, как это так, тебя не взяли? Люди говорят, мол, ты феноменален. Я понимаю, как это обидно, но йоу. Тут каждый оппонент должен пёрнуть хуём. Кучу эмси разъебать их щи. Okay, hier hat GoKiller den letzten Punchline von Diktator umgedreht. Okay, cool. Ist wirklich gut. Еще раз релоуд, блядь, сбивает меня опять. Все, ладно, договорились, блядь. Эй. В ногах нет правды, читай на картах. Эй, Тимо, как это так, тебя не взяли? Люди говорят, мол, ты феноменален. Я понимаю, как это обидно, но йоу. Тут каждый оппонент должен пёрнуть хуёв. Кучу эмси разъебать их щи. Пишут треки, но fuck the shit. Кончу быстро твой путь тернистый. Из катакомпы на кладбище. Раунд. Что, так надо читать, да? Gibt es auch mal ein Beat-Flip? Und nicht die ganze Zeit denselben Beat? Ja.
Покажите мне, кто, блядь, тут нападать готов, хоть это кон, блядь, дур. Водопад не слов, по катакомбам гул. Капота дворов, это для вас здорово, мы полюбас за рулем. Хип-хоп индоларек, вам еблену порвет. На пути не попадайся нам, фраеры, все, кто сопливый ноздрёй. Слизово стрём, руки рубим, как китайцы в Китае. Малолетки ставят ставку на авку, а я молюсь, когда же будет ядерный август. Но думаю, отныне не придется, ведь я теперь Фауст. Тебе никогда не говорили, будь здоров, говорили, расти большой. Избавлялся нос от соплей, я хуй знает, как это получилось. Но походу из-за этого ты постоянно рос и болел. Через себя ни разу не переступали, походу двинуться надо по такой же теме. Тебе не привык выше своей головы, да я вообще, бля, не ебу, кто это сможет сделать. Будь спокоен, тебя въебу достойно, твои пули стрёмные, пук-пук, пистоны, твои буквы стонут, мои бунт устроят катапульты из поля, пизду стритболить. Нет, тебе не понять, как это взгляды в рэпе не поменять ради площадки. Ты же ебать свойский чел, но дабы выдадут по местному формату, ты вступил в этот строй бичей. Даже не пытайся выпрыгивать из седла, я хочу как лучше, безумец. Ведь я тот, кто вас всех тут вытащит из жопы, либо глубже засунет. Малолеточки... Но ведь этот олененок под шубой тигра. Ребята, я его всех повыношу потихо. И да, кстати, я отомщу за Тиму. Да, браток, я тебе пиздачи. Посмотри мне в глаза, нагнись, мальчик. Я гуляю по Питеру, сзади мои чемоданы киргиз тащит. Хорош, хорош, киргиз тащит. Ребята, это... Also, die letzte Line mit dem Kirgisen. Es ist schon... Also, ja... Гуд. Был первый раунд, чё, как это оцените? Да, круто, круто и жестоко, на самом деле, очень грубо ребята батлят. Так, пришло время второго раунда. Бирдос, врубай второе битло! Теперь можно покачаться. Бомбоклад! Гау-гау, эй! Тот самый киргизский скепта, как пак, легенда. На часах грайм тайм, беру голы метко. Вырезаю на бите эти подъебки едкие. Вас так дохуя, но вы уебки редкие. Кину палку, как подобает. Твою жопу лизационно, как кладовая. Похуй, как влетаю в хаты в дома. Как твоим потом, у меня дабл дома. Тут столько как, что я почти как слабо. In dein Anus klettert alles rein. Wie eine Speisekammer. Also so geil. Einfach so geil. Подавать панчлайн, а то фактово. Нос большой, да я грань-пиродактиль. Выступай так, отдыхай, пятикан. Тропей, Васяня, ты напал на тусу. Всем поебать, почему ты злой. Купил свой текст, топ-грайм на русском. Слава катает мне все за биткоин. Выдавать как топ-дог. Головы, как СКС, мой флоу. Головы, биты, басы настроен. Стрелять, только дай мне шансы. Полетят эти пули, дырявите головы. Выдавать как топ-дог. Головы, как СКС, мой флоу. Головы, биты, басы настроен. Стрелять, только дай мне шансы. Полетят ты головы. Sehr gute Runde, finde ich. Schöne Runde. Wirklich sehr, sehr, sehr schöne Runde. Schöner Beat. Yeah. Come on. Мой флоу жирный, как Бигги, я тощий, как я. На вершине по ритме, а строчки, как яд. Покажи мне, в чем сила, но проще меня. Ведь я по жизни дозировал этот мощный заряд. Дурачина, тебя я съем, как двигаться надо, зачитывал в коляске. Похуй мне, кто удрочил у этих вас бед. Дядя, это рыбчина, а не баскет. Слыхал вообще? Я так-то могу поднакидать. Зажи духом в этой кане теле. Придушить меня голыми руками не надо. Хуй знает, что ты этими руками делал. На бите ты хороший, я их нахуй рву. Тебе придется прыгать на битах паркур. Разъебать тебя есть веселый метод. Если ты дракон, я осел из Шрека, блядь. Ey, also, das ist, ich finde, das ist wirklich gute Lines. Ja. Wenn du, Alter. Gute Line, wirklich. Yeah. Дамочка, к нам на ночь гол. Ты в грайм очках, порву грайм очко. По тусе, по треке гокилы. Попялимся в кинчик, я плюю на ваши могилы. Просто поверь, монстр во мне злостный. Доступ тебе к звездам лететь скосит. Просто-то нет, мозг в глубине мостик. Толстый пиздец, вот он я здесь. Я батлюсь, а раньше всех вас, но не стал хуеплетом. И вас это исправим быстро. Вы все такая хуйня, что я вынужден предохраняться здравым смыслом. Смирись с этим и помни об этом, пытаясь попеть. Ты мне не соперник, Артур, ты всего лишь еще одна очередная ступень, бля. Wow! Sehr gut. Забатлил, чувак, ступени еще никто не называл, ёбан.
Помните историю диктатора, где он, блядь, к ноунейму рассказывал что-то про его бабу и бут, блядь? У меня есть своя версия, блядь, слушайте, йоу, йоу, эй. Дикий боец за культуру, местные куры клюют твою правду, а в лес перекура. Пока дэм мои панчи, как шот в турну, долечу по этой схеме чуть дальше, чем Юра. Видел батл, ты любитель стори, поверь, эту тему держал на повторе. Представь, у тебя есть друг, как у Бибера, не просто пара, вы реально пидоры. Вот вы на батл. Очень смешно, реально смешно. Das ist, ja, Gays, Gays online. Яу, я начну сначала, бля. Яу, яу. Дикий боец за культуру, местные куры клюют твою правду, а в лес перекура. Пока дэм мои панчи, как шот в турну, долечу по этой схеме чуть дальше, чем Юра. Видел батл, ты любитель стори, поверь, эту тему держал на повторе. Представь, у тебя есть друг, как у Бибера, не просто пара, вы реально. Вот вы на батле вдвоем, его ебут так, что срака ведром. Ты мог заступиться, въебашить пером, но оставил с лишами, как Шокамирон. И потом обиды, ёбаный кило, какого хуя. Выйду, зачитаю тебе, сука, за культуру. Окей, я понял, в чем соль заучка. Откуда вы? Я знал, что Тима твоя сучка. Es wirklich sehr heißes Battle. Also Go Killer. Respekt, sehr gut. Ja. Ебать, ты рифмуешь, как трушный писатель. Ты чё, шлагбаум, блядь, Пушкина боитишь? Рифмы твои я ебал, вазелине настолько квадраты, что мы там поселились. Прошлый оппонент чуть не выкатил мозг, он сами технично, блядь, двигатель просто. Комменты пиздец, убей всех нас. Диктатор, текст, ноунейм, технарь. Какая техника, нахуй, у кого тут она? Вы про тех ебанатов, кто тут воду прогнал? Это смех, а не батл, это работа шпана. Смесь из квадратов, это вот то, что надо. Дичь, неси, блядь, ребенок капризный. Техничный МС не проебет свои мысли, рифмуя, как бог. Блядь, хотя кому я добрось? Банда по головам, банда по головам, банда по головам. Мало полофа, мало балабала, мама молдаван. Была волома, была мало плак, выловила половину зла. Я. Бандам по головам, мало полофа, мало балабала, мама молдаван. Была волома, была мало злак, выловила половину зла. Блять, тупая ебала. Так надо, да, для подростков читать. Это каждый мудак без вопросов подаст. Я толкал за бесплатно для мозга. Товар для меня батл по фактам, не просто слова. Ныкайся, пупил за счетами умами. Ныкайся, пупил. Раздавлю тебе череп за щеканец ебаный. Ты расторможу подороящих в руках. Активированный режим, бомбящий букан. Андеграунд это не вид, читки подбить, не крик чиком. В любви и чижик ты не тупи. Как-то так, это только правда, огонь души. Андеграунд это в рот ебать любой режим. Да, пиздато получается. Ребята, yeah. Второй раунд. Как оцените? Ich weiß nicht, ich finde in dieser Runde für mich persönlich war Diktator zwar flowtechnisch sehr stark, aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, der hat gerade nicht gegen Go Killer gebattelt, sondern irgendwie gegen, ich weiß nicht, gegen jemand anderen. So. А теперь финал, третий раунд. Бирнес, врубай третье петло! Эй, эй, кстати, кстати, чувак вещи говорил про падабадабам, блядь, я тоже смеюсь на эту хуйню. Yeah, yo, эй, эй. Пусть дело далеко не в том, что ты МС под номером 2041. Мой долг отыметь твой туз раз и навсегда, чтобы ты сюда не приходил. Залетаю так набиты, что так ты трещат, я боюсь их не опередить. Самый техничный МС, твой рэп на прицел, не вылечит ты паладин. Эй, Васяня, ты дров наломал, панчи ноль, где твоя голова? Каждый эльф валит свой долларан, но твой долларан помой кадыра. И пока не переносит в город пути атаки, ракеты, орда уже на подходе. Я запускаю комету, ни фаерболы, ни руны не остановят легенду. Умею хоббитов, сука, называй меня Гендаль! Ich war, die Punchline war für mich okay. Nicht so, also nicht die beste, aber... Weiß nicht, alle... Oh! Toll, ich... Nenn mich Gandalf, ja. Тихо, ребят! Yeah. Панчи за доту,
Ты прав, братан, это панчи задрота. Хуй пинаю через левое плечо, через правое он к тебе в рот заходит. Суки улыбаются, меня не выдавай. Твоя сука толстая, неотесанный каравай. За битами май шутка, хули нам горевать. Город 3, 1, 2, твоя жопа попала. Вот! Раунд, блядь. Сейчас будет дохуища правда, выложу на блюдечке, что под обличием батла будет то, что не покажут видос, по концу меня ждет тут страшный итог. Ну вот, например, Гукила печален, налил мне певчанги, молил о пощаде, говорил, давай замутим слив, молдаван, а я такой, хуй тебе, трусливо, болван, на самом деле я просто хороший актер, и я не буду никого болеть за слово на повал, в этом турнире я разбавить обстановку, Эдуард не платит, я заслан на моралфак, а вы-то думали, я не такой, как все, за идею вся хуйня, но пацики нет, я такой же пиздобол, бутербродский был за идею, на самом деле он девка 12 лет, и вообще это фристайл батл, я не знаю. Не надо релоуда, пускай играет, да. И вообще это фристайл батл, я не знаю, правда писать текста, падлы. И Гокилу-то вообще на самом деле нет, вы просто ёбнули все в этой пелене. В любом голосовании я буду первым стрелять хитами, как залупы спермы, хуям справедливость, я в броне бетонной. 140 это заговор, проект Антона. Эдик не пиздит, правда верит, что он главный. Маркет дело сделали, теперь все идет плавно. Ебать ваших питерских девушек устал этот раунд, пиздёшь, как и все ваши текста. Пру, как танк, ебать, круто побеждать, снова на грани. Но мы русские, с нами бог, и помните, сука, ни слова о храме. Мы русские, чуваки! Е-е, спасибо большое за твои слова. Я все понял, культура, извини, блядь. Я из кучи пизлявых МС появился Исла. Бог на беде среди атеистов. Докатят в Питер за 4 часа. Мне хватит часа, чтоб вас обоссать. Изи, блять, это комбо у ёбков. Залите на батл, уберем, как ребенка хвалил Мирон. Ах ты хитрая жопа, поделал твит МС фотошоп, блять, йоу. Это было умно, заработать себе публику за пару штрихов. Ты так возмущался, ну сука, не ной. Такую хуйню не снимает умнов. Панчики ладай, чуть не охуел, пацан. Ты на дисах перебиваешь Витаса. Хоть это был в Петербурге и не рыпался. Доехал до дому, дис написал. Это все. Gegen was rappen die denn jetzt? Gegeneinander? Ich sehe nur Isla de Muerte. Oxy. Also, das Battle ist an sich ganz gut. Es ist auch technisch, flow-technisch, Beat, alles. Aber irgendwie am Ende habe ich so das Gefühl, die wollen jetzt auf einmal gegen alle battlen. Страйка подгорает от набора просмотров наших батлов. Ты плачешь, но похуй, подарю кусочек хайпа для жалкого лоха. Твой корефан читает как Ларин, после трека с печатью зашкварен. Ебать, твой рот, это мой карнавал. Ты хотел кусок хайпа, вот он, на. Не читал про диктатора, потому что диктатор ровный чувак. И... Браток, ну ты меня сейчас вообще, это удар в сердце просто. Зачем? А он подумал, что я на него лезу, видишь, и он думал, что мне ответить там. Ты слышишь голос, это голос отца, он сознание твоем, тебе психолог и царь. Он видел все твои взлеты и видел, как ты мерцал. Я все, кого это сниматься? Давай. Слышишь голос, это голос отца, он сознание твоем, тебе психолог и царь. Он видел все твои взлеты и видел, как у тебя прокол за проколом мерцал. Известно все то, о чем мечтал всегда, ты напуган одинок, но на речах не так. Причине хами, оставаться на плаву, твой защитный механизм, гениальность твоя. Да все, кого я говорю? Ладно, ребят, это все, давай. Ich finde, am Ende habe ich so das Gefühl gehabt, dass die beiden Gokilla und Diktator sich so abgesprochen haben, haben gesagt, ey, komm, lass uns mal andere dissen, so. So, hab so das Gefühl, wirklich so, ich habe so das Gefühl, dass das schon so ein bisschen alles gespielt war. Ja? Auch vielleicht auch dieser Streit zwischen Gokilla und Diktator, dass das auch gespielt war. Aber an sich, es ist eine sehr gute Unterhaltung und ich wurde sehr gut unterhalten, also muss ich sagen. Deswegen kann ich nur dazu sagen, Dankeschön, danke, dass ihr mir zugeschaut habt, danke für das Video. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, mach's gut, danke, tschüss!